Привет, друзья! Сегодня в Охотника.нет обзор на самые мощные винтовки, которые только вы можете себе представить. Это винтовки компании Егерь калибра 6.35. Они стреляют тяжелыми полнотелыми пулями. Вот у нас есть для примера 4 вида: 3.5, 3.65, 4 и 4,5 грамма. Также есть в наличии более легкий полнотел 3 грамма и 3,3 грамма. Все эти винтовки позволяют стрелять максимально далеко. Ну и, конечно же, очень точно. Здесь представлены три различных модификации, но у них суть одна и та же. Это прямоток и ствол 550, самый длинный в линейке, без чока. На этой винтовке стоит альфовский ствол, на этих вальтеровский, немецкий. Это, к примеру, карабин с установленной колбой L-Safe 06, облегченный. Это одна из самых первых моделей, которая выпускается компанией ROG. Наверное, одна из самых популярных. А это последняя модель, которая у них стала выпускаться, это Bullpup с колбой, со стволом Альфа 550 и уже с новым модератором. Итак, самое главное, сегодня в обзоре вы увидите стрельбу на 250 метров. Надеюсь, нам получится вам показать возможности этих винтовок. Сейчас мы будем стрелять. Здесь на винтовке установлена алюминиевая колба, как мы видим, но она идет в базе. Вот. Здесь композитная 0.6, она больше на 150, то есть больше выстрелов, облегченная и нет вот этого звона, который издает алюминиевая колба при стрельбе. Там мы видим, у нас 0.5 колбы. И очень удобная вещь, это ручка взвода, так называемая серьга, выполненная из титана. Вот, тоже у нас всегда в наличии, но как мини-аксессуар, совершенно никому не навязываем. Значит, слушайтесь, дистанция 250 метров. Пули монолит 4 грамма. Эта винтовка настроена на них. У нее скорость 200 метров в секунду. Ну, попробуем. Значит, смотрите, мишень стоит А4 лист с 6 кружками. Естественно, никакие кружки на 250 метров не увижу. Я буду пытаться стрелять по центру листа А4. На 250 метров из пневматики, если я попаду, хотя должен, будет отлично. Стреляю по самой нижней границе сетки. Это максимальная дистанция без увеличивающего моста на высоких кольцах. Поправок оптики больше не хватит. Вот. Поэтому 250 метров с этим именно прицелом, без повышения, это, скажем так, максимум. Стреляю по центру листа.
Вот этот точно попал. Потому что видел, как колыхнулась бумажка. Другие не знаю. Надежда. Последняя пуля точно попала, но в бок мишени кусок дерева оторвало, прям видно было. Ну, сейчас пойдем смотреть. Идти долго, не знаю, ехать, идти. Жалко, нельзя провести онлайн голосование. Вот уже подходим. Сразу вижу, что я не зря шел. Здесь. О, даже не один. Давайте смотреть. Это явно последний. Он пришелся в боковину. Его я увидел. Тут у нас получается раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть выстрелов. То есть по цели я попал из восьми шесть штук. Ну, как по мне, на 250 метров это неплохо. Вполне возможно, как мы видим, объект, как большая сковородка, как я не знаю, как утка на 250 метров. Поэтому самые мощные винтовки позволяют вам достигать именно таких результатов. А если будете умничками, сможете стрелять еще лучше.